Наконец-то. Я ниже поставлю битрейт. Вот так вот сделаю. Все-таки. На всякий случай. Так. Нормально. Сейчас проверю везде, работает или нет. Так. Что тут? Ну, вроде все площадки. Нормуль. Чисто там на час. Так слышно? Бахадыр, Бахадыр. В чате. Привет. Ты как попал на стрим? Ты же, наверное, не подписчик. Я даже, блин, не ожидал, что кто-то, блин, кому-то в рекомендации попадет, блин. Как-то странно даже. В прошлый раз запускал, не было ничего абсолютно. Было ноль. Ну, тогда я его запускал через, может быть, айпишник такой. Ну, другой, короче. Ох, так. На этом вот канале, который называется Глеб Зуев Лайф, подписчики, получается, сначала появились из-за тиктоков. Нет, я подписан, я по колокольчику. Ого, круто. Ну, ты ни разу не был на моей трансляции. Но все равно, как бы, подписчики, кстати, уменьшаться стали. Вот у меня было там 7000, там, не знаю, 850, а сейчас 7790. То есть все пришли за тиктоками, а в итоге отписываются. Ну, хотя тиктоки только на канале. Трансляции я все сразу скачиваю и, ну, и скрываю. Вот. Решил запустить стрим. Чисто так протестировать. Ну, сразу на все площадки. Все там Twitch, ВК. И я что вижу? Я вижу, что якобы в Перископе кто-то есть. Есть на Good Game. Есть на YouTube. Вот. А, например, Одноклассники. Что здесь? Как я могу? Контент делай. Контент в смысле записывай и потом публикуй на канале? Или ты имеешь в виду в прямом эфире что-то делать, вытворять? Какую-то дичь. Так, нужно зайти сейчас. Главное, чтобы стрим не падал, а то были такие, блин, моменты, что все рушилось нахрен. Так, что у нас тут? Да-да, хайпанешь. Да вряд ли я хайпану, блин. Тут, понимаешь, получается, нужно себя настолько навязать, создать иллюзию популярности, чтобы тебя полюбили. А когда у тебя там подписчиков мало, люди заходят и видят, что, ну, зрителей мало, что тут оставаться, какой смысл. В чате, допустим, никого. Вот ты сейчас пишешь, Глеб Перов или нет. Вот я вас впервые вижу, хотя вы, ну, подписаны. Я не знаю, у меня до этого были люди на этом канале, типа, я помню даже по именам. И в разное время, как бы, трансляцию запускал. И не было ничего. Сейчас вам пришло уведомление. Как этот YouTube, блин, работает? Очень, блин, все странно. Делай все, что хочешь, чтобы привлечь внимание. На какую тему канал? Да у меня несколько каналов. Там основной канал не этот, а... Ну, там, короче, в ссылках можно найти. И там подкасты по часу, по два. Я там говорил на какие-то темы, которые меня волнуют на протяжении года. Вот, а потом что-то мне, я высказался, и теперь думаю, ну, нечего вроде больше говорить, все записано, все выложено, опубликовано, теперь трансляцию запускаю просто как бы, как в целях саморекламы, ну, просто обычной рекламы, запущу, может, YouTube как-то зрителей так подкинет больше, чем когда ролик опубликован, именно загружен, хрен его знает. Я тоже хочу стать блогером, но я боюсь. Да ладно, что ты боишься? Это, знаешь, ты посмотри побольше блогеров. Там недельку, месяц, почаще прям вот, активно. Ты привыкнешь,
ты вольешься в эту среду, и потом тебе будет вообще все легко. А когда ты, ну, ты привык, допустим, общаться только в реальной жизни с какими-то своими знакомыми, они, конечно, у них и речь другая. Перед камерой такая речь, она не должна быть, ну, то есть не подходит для записи. Вот, а я, типа, в жизни особо ни с кем не болтаю и смотрю только YouTube, а там именно они прям вот, как бы, уже у них профессиональный подход к этому делу, у них привычка выработалась. Зачем ты спать на стриме всю ночь? Стрим был. А ты что, пришел на стрим и подписался после того раза, получается? Или как? Глеб Перов пишет. Там на самом деле, ну, такой читерский метод был. Я там не спал. Я записал 2 минуты, как я сижу с закрытыми глазами в кресле. И потом наложил звук. Типа там, как будто робот говорит, просыпайся, просыпайся. Я вот так зациклил, просто запустил прямую трансляцию, она шла 8 часов. Я просто следил за тем, чтобы она не обрывалась. И там люди заходили, писали, типа, ты чё, поехавший, ты чё, типа, сидишь, спишь, просыпайся. Вот. А этот, ну, там, на какой-то там секунде запись, она как бы заново запускалась. Там такая склейка была. Ну, может, эту склейку никто не замечал. Потому что там, не знаю, назад не могли перемотать. И вот как-то так. То есть, ну, это тоже в целях рекламы было. То есть, прикинь, за 8 часов зашли 200 людей максимум. Хотя, ну, я надеялся, может, кто-то зайдет и, ну, они просто зашли там 5 секунд и вышли. То есть никто не задумывался, так может перейти на канал, подписаться, посмотреть другие видео. Такого не было. Я не знаю, что в названии писать, что, вот, что нужно этому Ютубу. Вот я сейчас проверяю, значит, описание канала, превьюшку. Не могу понять, что тут, блин, нужно делать. Написано «воскресный стрим». И категория. А, язык видео английский, сейчас надо поменять на русский, а то может тоже за этого минус огромный. Так, развлечения. Категория развлечения. Так, чат включен. Русский язык. Тег. Нет, теги не буду писать. Раз они не влияют, то не буду никакие теги писать. Ну вот 3 зрителя получается на стриме. Еще должны, блин, быть там 3 или 4, которые тоже часто приходят, попадают на стрим. Вот сейчас, получается, им уведомление не пришло. Или пришло, я не знаю. Ну вот если бы, то есть, те 4, вы 3, получается, 7, ну там, до 10 хотя бы дойти, было бы круто. Но я так понимаю, что у всех сейчас проблемы с этим. Зрителей мало, у любого человека. Хоть там у тебя 1 000 000 подписчиков на канале. Вообще пофиг. Хоть, блин, 1000, хоть 100 000, все равно. Так, сейчас посмотрю, что тут по тегам. Блин, нигде никаких, даже слов нет, ничего, то есть... По идее, блин, ролик должен рекомендоваться. Его знает. Ну, короче, просто посижу, залипаю перед камерой, все. Вот так вот. Пойдет. Как тут у меня? Бахадыр, Бахадыр пишет, у меня есть идея. В стриме сиди в чат рулетки и там вытворяй дичь, отвечай, результат будет. Да, я знаю таких блогеров, которые этим занимаются. И ни одного. Как минимум 4, даже 5 могу тебе перечислить. Миганыч, Ткаченко Шоу, Дерзкий Провокатор, Дмитрий Дрожин, Дима Свеж, еще какой-то парень, что-то там какой-то сайт знакомств тоже, типа чат рулетка есть. Я уже не помню, как его зовут. То есть... Тоже еще там был.
Да блин, помню даже это, Дмитрий Ларин в чат-рулетку заходил, как там когда была типа шоу «Ночь на земле». То есть уже это не первый год замечаю на Ютубе. Но я сам как бы, блин, не знаю, заходить, не заходить. Там же, блин, тут я именно один сижу такой, да, как бы перед камерой, и все. А там именно общаться нужно, шутить. А я тебе, ну, как бы не шутник. Я, то есть, особо, блин, не шарю, как там подколоть так, чтобы это можно было записать и из этого сделать целую шоу какое-то. Может, в будущем я попробую, но это, знаешь, когда уже будут зрители. Сейчас, блин, что? Возможно, сейчас я в чат рулетки, представляешь? А никто же об этом не знает. Вот. Пусть они сначала придут, а потом я зайду в нее. Надеюсь, меня так, ну, более-менее слышно, потому что, ну, обычно у меня микрофон, типа, и наушники, не слышно хорошо. А это я просто положил его, это, он на столе, как бы. Ну, посижу, короче, пару часов, может быть, меньше. Главное записать, понимаешь? Хоть что-то делаю, я перезаливаю на другой канал, ты можешь в записи посмотреть другие стримы. То есть, у меня ничего никуда не удаляется. Вообще, может, иногда стоит помолчать. Помолчишь, и зрители наберутся. Ну, я про себя говорю. А чат всегда нормально, когда пишут. На активность в чате это хорошо. Так, рестрим. YouTube. Типа. Twitch один зритель. YouTube. Значит, трое. Good Game 1, Перископ 2. Я сейчас не работаю. Ну ты же сам понимаешь, карантин, все дела. Вот. Ну, типа, он вроде закончился, а проблемы от него еще не закончились. Еще. Да и типа, понимаешь, было бы ради чего работать. Такие работы, которые, ну там ты получаешь мало денег, тебе ни на что не хватит. То есть, понимаешь, когда у тебя планы какие, допустим, ну я сейчас объясню. Допустим, у меня в планах. Хочу жить на другой улице, хочу, блин, ездить на другой машине, в другом городе, короче, хочу жить. Или вообще в другой стране. И ты смотришь на стоимость автомобиля, смотришь на стоимость жилья и понимаешь, при такой зарплате, которую, ну, тебе предлагают, ты не сможешь себе ничего позволить. И пока, ну, типа, ты не найдешь такую работу, ты не будешь работать. Нужно найти и, типа, там вот работать, и чтобы это был, как бы, с этого польза какая-то, толк был. И тебе, чтобы нормально было. И чтобы, значит, начальнику устраивал, к примеру. А так получается, ни ты не будешь доволен, ни начальник, он будет постоянно говорить, а что тут не получается, опять там у тебя какой-то штраф, не штраф, и постоянно будут какие-то проблемы. Ну его нахрен. Либо, блин, надо на себя начинать работать, либо устраиваться на нормальную работу. А вот эти вот копеечные, где тебя будут обвинять, что ты, и ты, у тебя будет вырабатываться чувство вины. Ты пришел, все нормально делаешь, а тебе вот, а потом в конце месяца тебе, ну, короче, эти, начальник твой выдумывает что-то, типа, вот ты где-то ошибся, ты нигде не ошибался, ты все идеально делаешь, но если ты будешь все идеально делать, тебе нужно будет нормально платить, и это невыгодно ему. Вот, я не могу, типа, найти ничего нормального. Я нахожу всегда какая-то чепуха полная, где ты постоянно что-то виноват, ты не так что-то делаешь. Короче, все типа плохо. Ну, так, знаешь, типа. Подход к делу какой-то странный. Все через одно место. Все как-то, блин, криво, косо. То есть у человека в голове непонятно, что. Он типа не придумал, как правильно. Ну, там, делать, работать. Ну, как сделаем как-нибудь, там типа справимся, прорвемся. И постоянно что-то там недоделано, тут недоделано.
Займись перепродажей авто, нормально бабки поднимать будешь. Займись перепродажей авто, нормально бабки поднимать будешь. Ну, блин, не знаю, я, понимаешь, я не в каком-то крупном городе. Не знаю, как тут с продажей авто вообще. И в авто я слабо шарю. Ну, то есть, я мог бы, конечно, запариться, да, по этому поводу, но насчет ремонта, насчет проверок, как там, типа, понять, какая тачка, типа, нормальная, какая нет. И вообще у меня, ну, я не это, не шарю. И еще у меня нет даже водительских прав. То есть, блин, я смотрю на эти дороги, смотрю на эти аварии, там, знаешь, скользко. Что-то разбиваются, все умирают. Кто-то, блин, ну, попадает под колеса автомобиля. Постоянно какая-то ответственность, какой-то страх. То дети выбегут, блин, на дорогу, потом тебе предъявят. То ты что-то там нарушишь, тебе штраф какой-то выпишут. И так зарплата низкая, блин. Тебе еще штраф, блин, присылают. Я, короче, в это не лезу. Ну, в такие темы, по крайней мере, сейчас. Может, в будущем когда-то там что-то потихонечку получится. Но сейчас точно нет. Да я и сам пока желания тоже нет. Я понимаю, что есть такие люди, у них получается все круто. Но не у меня. Вот у меня, типа, эта тема не прет. У меня мало чего прет. Ну вот стрим, видишь, настроил. Как бы стримлю, слышно, видно. Это я умею. Но много чего я в жизни не умею. Ну и не парюсь по этому поводу. Что ж теперь? Ну, не потому что я, типа, туп, а потому что я просто за это даже не брался. Нужно браться, там, блин, все тестировать. А я просто знаю, у меня есть какие-то знакомые, они в этом уже дерьме поварились. У них что-то там не получилось, но это и значит, как бы у меня тоже не получится. Потому что это дело не только в людях, но и в самом деле. Привет, просто тут покажусь для галочки. Не могу задержаться, к сожалению. Я понял. Ну нормально, что, видишь, уведомление пришло, уже хорошо. Спасибо. Кстати, на другом канале был стрим, ты его пропустил. Я просил подписаться на все каналы. Котик Экси. Сейчас, секундочку, я отойду. Блин. Ща-ща. Че, никто не ушел? Я здесь. Ты же умеешь пользоваться камерой и не хочешь стать оператором. Ну, монтажи делать будешь. Блин, мне кажется, работа монтажером — это самое легкое, что может быть. А может, он не знает, как монтировать. Да в смысле, не знаю, как. Ты посмотри. Звук есть, сигнал нормальный, типа. Видно, слышно. Тем более есть эти ролики на канале. Тиктоки всякие там. Я же как-то их нашел. Некоторые даже, типа, там пришлось обрезать. Дело не в этом. Ну, типа. На телефоне многое, короче, делают. Монтируют, знаешь, сразу. Сняли ролик, обрезали, как бы. И тут не нужна помощь даже. Эти всякие программы, компьютеры. Смартфон там покупают и все. Бравл Старс.
Не, я в телефоне играю, монтирую тоже норм. Каин Мастер вообще топ, топ торчо. Вообще топ. Котик Экси Бахадыр Бахадыр. Вот этот человек под ником, короче, котик, ты тоже по уведомлению? То есть попал на стрим или как? Тогда делай стримы по играм. А я уже, ну, делал. Я играл в Postal, я играл в GTA San Andreas, я играл в Contra, FIFA. Записи стримов есть на запасных каналах, которые называют, ну, вот Глеб Зуев, потом переходишь на вкладку каналы, и там, короче, английскими буквами канал называется. Тут там вот записи. Все это как бы выложено, все это есть. То есть, ну это, знаешь, я стримил утром. Может быть, утром было такое время, никто не пришел. Хрен его знает. Но футбол, получается, стримил стрелялки, стример. Стримил, просто разговаривал. Там 5 часов есть запись. Подкаст. Ну, блин, не работает это. Нужно, короче, вкладываться в рекламу. Нужны деньги. Там. Ну или хотя бы донаты нужны. Просто я просто знаю, эти всякие стримеры, блогеры рассказывали, как они поднимались, они использовали всякие читерские методы. Без этого вообще никак. Сейчас каждый второй просто, блин, берет себе, накручивает. Не будешь накручивать, будешь в самом низу. Я вот сейчас стримлю, как бы ничего не накручиваю. Нет, я в подписке зашел и нашел тебя. В подписке, кстати, редко кто заходит. Вот это, конечно, меня, блин, расстраивает. Неважно, какой стример. Все равно, ну... Даже я редко захожу. Я проверяю уведомления. Там, главную и в тренде. А остальные я и не проверяю нифига. Потому что там от одного канала в подписках может прийти, получается, 5 уведомлений. 5 видео... То есть они там какие-то новости, какие-то там спорт, а я это не хочу смотреть. Вот. И листаешь вот так долго, у тебя 1000 подписок. Конечно, блин, ты не найдешь там какой-то. Есть еще раздел стримы на главной YouTube. Ну, я не знаю, туда как вообще попасть. Вот, если я сейчас проверю. Там вообще видно что-нибудь, ну, типа. Да я еще такой, типа, у меня такой прикид, я вообще в халате, короткая стрижка, какая-то, типа, неровная борода, тоже как-то все запущено. Конечно, блин, люди заходят такие, что это за чел, зачем его смотреть? Я прекрасно это понимаю. Единственное, что в названии написано «Воскресный стрим» и, ну, картинка человека какого-то. А так, в целом... Ну, хотя бы я не бухаю в кадре, уже хорошо. Ну, тут чай немножко попил, конечно. Да, мне трансляция. Предстоящие. На странице прямой эфир на YouTube. Спорт, игры. А вот раздела развлечений нифига нет. Недавние трансляции, которые были, закончились. Вон есть, блин, был стрим. Какой? Одного тут блогера. Его посмотрели, получается, ну там, не знаю, может в записи посмотрели 20 тысяч раз. Я, если честно, ни на что не надеюсь даже. Я просто вот музыку слушаю, вот слышно, да, ведь музыка играет. Ну и все, как бы этого достаточно. Если бы все эти 7 тысяч подписчиков были активными, то круто было бы. Да, это реально так. Я с тобой согласен. Ну видишь, блин, они как бы
может, просто так по привычке подписываются, но они даже потом не помнят, на кого они подписались. Где, что. То есть хотя бы из 7 тысяч, не знаю, пришло бы 50 зрителей по уведомлению. Вроде как выходной день и все такое. Но нифига. Да не, понимаешь, они и тиктоки не смотрят. Вот ты зайди на канал, и там у меня больше 100 роликов. Вот, там 2 недели назад. Ромео 2. Привет, медведь. Ромео 2 это постоянный зритель. Залетает на стрим. Вот сегодня 28 февраля 2021 год, 18:04. Ты, кстати, пропустил стрим, был на запасном канале. Я делал тест. Никто не пришел, было 0 зрителей просто. Хотя я просил подписаться на все. Ну, потому что запасные каналы, мало ли там я запущу трансляцию. Потому что один канал, может быть, он не попадает в рекомендации, другой попадает. Вот, и, короче, здесь хотя бы 5 зрителей есть. Ну, неплохо. Короче, тиктоки. Вот, сейчас я перейду на канал. Тиктоков. Больше сотни. Да, 2 недели назад загрузил. И, короче, 2 просмотра, 6 просмотров, 9, 17. То есть не только меня, типа, не смотрят. Не смотрят вообще разных блогеров. Там женщин, мужчин я опубликовал. Ну, типа, кто в ТикТоке, типа, известен. Вот я, получается, скопировал, опубликовал, смотрю, вообще просмотров нет. Ни у кого. Ролики интересные. Ну, типа, я там выбирал из, там, 200, может, 100 выбрал, вот так вот. 2 недели прошло, нифига просто, просмотров 0. Хотя 7 тысяч подписчиков, то есть никому уведомления, походу, не пришли. И, конечно, мой стрим тоже. Вряд ли какие-то уведомления кому-то придут. Если уж на запись получается, она никому не приходит. Ролик заранее записанный. Стрим, ну, блин, может, стрим иногда и приходит уведомление. Я поэтому и запускаю их, хотя тут ничего такого дельного не говорю. Но это лучше, чем ничего. Тебе реклама нужна. Ну да, я планирую в ближайшее время. Да не то, что блогеров, я в ближайшее время планирую воспользоваться, ну, честным способом рекламы и читерским. Не знаю, как только поступить, ну, просто запустить трансляцию, вот так вот сидеть и тестить. Такой способ, такой. И посмотрите, как, откуда будет идти трафик. То есть из социальных сетей, там, не знаю, и на самом Ютубе. Или кто-то там что-то... Ну, в чате напишут, откуда они пришли. И будет понятно, что работает, а что нет. Ну, понимаешь, денег как... Деньги как я буду тратить, типа... Возможно... Ну, типа, какая сумма-то нужна? Я толком-то не знаю, минимальная, максимальная, как мне распределить. То есть один стрим, одно вложение. Или все-таки, не знаю, ролик. И этот ролик раскручивать уже готовый каждый день. То есть не то, что трансляция там один раз или 3 раза в неделю. Или каждый день трансляции, каждый день раскручиваешь. Нет, ты записываешь отдельно ролик и раскручиваешь только его на протяжении месяца. Люди типа пришли, привыкли. Подписались, и после этого уже запускаешь трансляцию, там, не знаю, раз в неделю. И все зрители приходят. Потому что, ну, они знают, что вот там по расписанию такого-то числа будет стрим. Чтобы, ну, никто там не торопился никуда, не волновался. Ой, там не успею. Потому что у меня вот было сколько уже там, 5 стримов. Зрители с этого, на этом канале об этом даже не знают. Привет от Мяу. Мяу Оленька. Ты, кстати, Мяу Оленька, вроде как-то уже видел тебя на стриме на моем, да? Я правильно, типа, думаю или нет? То есть, все-таки по подписке ты попадаешь на стримы, а не просто так вот. Из ниоткуда, из поиска, не знаю, там. Да, ну это круто, блин. Ну вот, если тебя устраивает
там мой контент, так скажем, мои стримы, то советую, ну, рекомендую подписаться на остальные запасные каналы, потому что я иногда там запускаю, чтобы как бы понять, где больше толку, где зрителей больше будет. Пока что на этом вот канале больше всего. Может посвятить канал на какое-нибудь обучение, чтобы зрителей было больше. На обучение. Какое обучение? Ну, например, просто... Ну, что сейчас модно? Модно, типа, учить жизни. Типа, там, мотивационные ролики какие-то снимать. Или про отношения рассказывать. Как там, типа... Или как быть уверенным в себе, как спорить с людьми, как там еще что-то делать, как быть уверенным в себе. Ну, в таком духе. Я не знаю, это с моей стороны будет ли красиво учить людей и других этому всему. То есть, они думают об одном, а я им говорю, не думайте об этом, думайте вот об этом, как там кого развести. Они думают, так, я пойду там каким-то делом заниматься, что-то буду там вытачивать. А я говорю, не надо вытачивать, это все фигня, чепуха. Иди, короче, соревнуйся с людьми. Иди наводи суету, я тебе говорю. Модно майнить. Да, я, кстати, недавно читал про этот майнинг. Блин, там что-то... Ну, вот это оборудование, эти асики. Блин, там $2000 стоят. Блин, если бы они у меня, конечно, были, я бы вложил. Но ты знаешь, как они шумят? Я читал об этом. Типа, если... Ну, их в доме или в квартире поставить. Просто ни ты не уснешь, ни соседи не уснут. Там будет как будто двигатель самолета. Ну, работать. Ну, про любое, чтобы было полезно. Да я обычно, ну, типа, рассказываю то, что меня беспокоит. Записываю подкасты, выкладываю. А на стримах я общаюсь с чатом. Это те, кто уже посмотрели мои подкасты, они как бы приходят на стримы. И я только читаю, только что они пишут, и отвечаю на это, типа, поддерживаю диалог, так скажем. Можешь мою сестру поздравить, у нее завтра день рождения. Поздравление в прямом эфире. Ну, ты же не написал даже имени какое, как я просто сказать, типа, эй, привет, я поздравляю тебя с днем рождения. Не знаю, как тебя зовут. Но респект тебе. Продолжай в том же духе. Блин, что-то музыка пропала. Зовут Вика, завтра 5 лет исполняется. Ты уверен, что Вике нужно мое поздравление? Ну, типа, она что, смотрит и восхищается мной, там, вот, прямые эфиры там проходят. А мне кажется, ей все равно. Ну, ладно, типа, поздравляю Вику с днем рождения. Вот. Пойдет? Стрим сколько, так уже сейчас посмотрю, сколько идет стрим. Минуты написано. Да, верно. Ох. Майнинг, это, конечно, ты написал, вспомнил про это. Ну, можно даже был торговать этой валютой вполне, но, блин, тоже нужны как бы это. Я как-то что-то пытался покупать, так, чисто ради интереса. Купил и продал просто. Ну, типа, сработает, не сработает. Я ничего не наварился, просто проверил. Ну, работает, да. Ну, блин, видишь, тут, если бы это было самое начало, там, не знаю, 13-й год какой-нибудь, а сейчас-то что я, ну... Не торговать, не майнить не могу, блин. Окупаемость год.
Похоже, что я опоздал на полчаса стрима. Да, я тут ничего такого не говорил. Я молчал, можно сказать. Так что стрим будет в записи. Если надо, можешь перемотать. Ну, потом уже. В любое время и посмотреть. Или предыдущий глянуть. Там тоже ускоряешь просто скорость, ставишь там в полтора раза быстрее и смотришь. Если я молчу, перематываешь. Это просто как бы я стримлю, ну так, для галочки, типа, вот, могу. Ничего не жду, просто, типа, тестирую сразу несколько площадок. Блин, из игр, я не знаю, если что запустить. Ну вот, какие варианты, блин, тут я что запускал, что не запускал. Зрителей не прибавляется нифига. Блин, а я сейчас попробую в натуре. Сейчас попробую. И как раз заодно поиграю. Попробуй угадать, как меня зовут. Ну, блин, это трудно, ты чё, как я угадаю-то? Ну, не знаю, русское имя какое-нибудь там, стандартное, как у всех, знаешь, там Аня какая-нибудь, и все. Больше вариантов у меня нет. Сейчас я попробую включить игрушку. Буду стримить и играть. Я... А, Оленька. Ну, у тебя написано в этом, в имени. Мяу, Оленька. Просто, блин, в имени можно что угодно написать. Знаешь, типа, кто-то пишет там, что там, американское. И прочее. Тогда что угадывать? У тебя и так написано, Оленька. В... Типа, твой канал так создан. Ну, аккаунт твой. Так, сейчас я запущу игру. Думаю, прокатится. А кто вот в чате? Вы вообще что смотрите на ютубе? Расскажите, чтобы я знал. Кого знаете? Может, я кого-то не знаю. Я подпишусь на них. Но только... Только, пожалуйста, кроме Майнкрафта. Кто там... Я помню, были такие блогеры, которые играли в игры и еще снимали какие-то ролики там дебильные. Этот был, блин, Фирамир, Азлагор. Там какой-то вообще трэш творился. Я такой не хочу. Если... Во что играешь? Блин, я особо вообще не играю. Когда я не стримлю, я ни во что не играю. А когда стримлю, включаю, ну, что-то там... Кто что скажет. Один раз предложили этот Among Us какой-то. Я попробовал сыграть. Потом, я говорю, в Postal играл. Не на стриме, когда-то давно, 10 лет назад, мог поиграть в какие-то гонки. Но это уже давным-давно все было. Так, сейчас я включу игру. Надеюсь, на экране нам будет видно все. Во, все, работает, ща. Нормуль. 4 зрителя. Ой. Ну, или 3 зрителя. Может, один зритель это я. Я сам, типа, я контролирую. Сейчас я включаю, да. Игрушку. Ну, типа, игра для игровой приставки старой, там, 30-летней давности. Так что, это не какая-то супер-пупер крутая игрушка, это так себе. Но, это лучше, чем ничего. Всё.
Так, ну шо? Не пойму. Попробуй сыграть в кубум на телефоне. Это если что, стрелялка онлайн с игроками. Попробуй. Блин, слушай, у меня же не на телефоне, я стримлю с ноутбука. Мне нужно какой-то ставить эмулятор андроида. Это долго. Давай в другой раз. Типа, или как-то нужно передать сигнал со смартфона на компьютер и стримить это. Я сейчас это просто не смогу сделать. Я так ни разу не делал. Да это, в принципе, не важно, что я там это, во что играю. Главное, что я, ну, типа, стримлю. Я пытаюсь запустить, блин, что-то не запускается. Так, вот так может попробовать. Что же нужно? Сейчас. Ах, захват отдельного окна, блин. Принудительное масштабирование. Быстрейшая. Нет, попробуй поиграть вне стрима. А, вне стрима. Ну, сейчас я запишу. Ну, точнее, загуглю. Игра называется, говоришь, Кубум, да? Приложение Google Play. Кубум 3D. Онлайн. И на следующем сказать свои впечатления. Ну, вот я смотрю, короче. Тут какие-то солдатики. Типа вид от, получается, первого лица. Похоже на какую-то типа версию контры на смартфоне. Там тоже вон карта какая-то, ящики стоят. Dust 2, Versus, Domination. Новый PvE режим, зомби. На любом смартфоне она пойдет, получается, там. Не нужен какой-то крутой iPhone последней модели. А то у меня просто нет последней модели. Но я загуглил, я посмотрю, попробую. Если пойдет все. Так. Графика. Как же, я же запускал эту игру, чего она в этот раз не запускается, не пойму нифига. Еще раз попробую запустить. Нет, я выключу и включу. Вот, сейчас. Ну, типа игрушку. Так, 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 где что? Ромео 2 пишет. Играю сейчас в Call of Duty, Black Ops, Cold War. Blizzard бесплатный доступ до 4 марта обещает. Типа ты играешь что, онлайн или как? Или типа доступ скачать можно? Типа, пока типа есть возможность, не покупая. И полноценную версию. Если у тебя устройство очень слабое, то снизь графику в игре. Я понял, хорошо. Блин, я не пойму, почему окно игры не запускается. Я же как-то запускал. Было дело. Я запускал игру эту. И все работало, блин. На стриме, блин. Так. Принудительное масштабирование, быстрейшее. Частота кадров. Нифига не пойму. Как-то странно. Полная версия, но она весит 60 гигабайт. Не, ну неплохо. 60 гигабайт это... Ну, пойдет, как бы, ничего такого. Если место на... Сейчас ведь эти жесткие диски не так уж и дорого стоят. Можно купить там на терабайт.
SSD, не знаю, или просто внешний жесткий диск купить. Главное, чтобы комп тянул. У меня ни хрена не потянет. Я хотел, думаю, эту GTA по этой, по раздаче скачать. Но она не пойдет же. Можно еще на компе поиграть в Кубум, но только в ВК играх. Ну, я как-нибудь попробую, просто сравню, что там. Какие прям отличия с контролем и прочим. С SSD рулит. Да, SSD это хорошо. Я нифига не пойму. Сейчас я на всякий случай вырублю вот так вот. Так. Или может не захват игры. Что мне выбрать-то? Что за фигня? То есть эмулятор запустил. Пытаюсь, типа, вывести на стрим. На телефоне, если что, больше плюшек. Я понял. Захват окна. Попробовать захват окна, может быть, правда. Не-не-не-не-не. Хотя... Способ захвата. Не, не то это все. Я не так хотел. Я хотел, блин, захват игры. Для слабых ПК, говорят, хорош облачный гейминг. Ну, блин, сколько стоит аренда облака? Наверное, блин, там в месяц может доходить до сотни баксов. Блин, захват игры. Чё, блин, как захватить-то? Не пойму. Браузер, захват, окна, экрана. Блин, можно попробовать захват экрана сделать, но... Да, наверное, придется захват экрана делать, блин. Сейчас. Я сначала игру, типа... Запущу. Так, что же, как мне папку выбрать? Образцы, NVIDIA. Вот так, может быть, попробовать. Чтобы ничего не палить, и как бы и вроде играть, я хочу вот так вот сделать. Блин, или так не получится. Видите, еще нужно игры покупать. А, да. Облако, аренда облака, плюс еще купить игры там по $50. Да. Чё-то не получается у меня. Вот. Я даже не могу понять, где это. Окна игры вообще нет. Просто, блин. Захват игры. Быстрейший. Нифига непонятно. Или, может быть, этот обработчик надо поменять, и тогда запустится. Или нет.
может, не та программа или типа того. Блин, да, та программа, просто она работала у меня вне стрима. А вот когда хочу на стрим вывести, начинаются проблемы. Я сейчас запущу туда другую игру, не знаю, Postal запущу. Сейчас, секундочку. Он должен работать. Сейчас я захват игры выберу. Это жестокая игра, тебе сколько лет? Может, не нужно это ее включать? Типа там жесть вообще. Это, нет, это не надо. Это Postal. Футбол могу запустить. Да, может, стоит попробовать футбол запустить сейчас. Раз уж такое дело. Я же просто не знаю, кто меня смотрит. И ни у кого не интересовался, сколько кому там лет. Я вроде не матерюсь, но как бы мат это так себе. Надо еще, чтобы картинка была, типа, нормальная. Ничего там жестокого не было. А то 18+ придется вешать на трансляцию или на ролик. Так, вот FIFA. Так, так, так. Быстрейшее. Так, ну а вот сейчас. Русский язык. Во-во-во. Есть? Окошко, вот. Короче, так будет, знаете, типа. Сейчас все будет работать классно. Все нормально. Извини, что пропал, у меня сеть тупит. Да ничего страшного. А вообще, блин, бывало стримил, ноль зрителей было. Сижу, блин, разговариваю час сам с собой. Ну что, на экране что-нибудь появилось или нет, не пойму сейчас. Должна игра появиться. Сейчас звук проверю. Нет, что-то нет. Сейчас вот что попробую. Сейчас, секундочку. Ну-ка, а вот так. Во, работает, да? Сейчас буду играть. Пойдет. Я думаю, не будет тормозить, как бы, ну, среднее качество. Я так, ну, чтобы меня было видно, игра была, как бы. Мы только тебя видим. Можешь показать игру? И так, ну вот, да, сейчас буду играть матч какой-нибудь, типа, ну, этот. Быстрый матч. Надо какой-нибудь смартфон поставить, чтобы он не упал, ничего. Все, видно. Не тормозит. Вот сейчас я бегаю тут. Нормуль. А я все вижу. Ну круто, все. Я, короче, чат могу читать. Вот, на смартфоне. Сейчас сяду и буду, короче, бегать тут. Вы понаблюдаете за мной немножко. Может быть, еще минут 20-30. А потом все, короче, на сегодня. Для начала хватит. Потому что, блин, я и так часто стримлю. Чаще, чем остальные. Сейчас опущусь даже немножко. Во. Круто. А то я что-то, блин, в кадре слишком большой. Все, короче, надо играть. Это FIFA 11. Ну да. Потому что у меня не тянет комп в современные игры. FIFA 11, она мало весит. И в нее можно играть и стримить. Остальные игры, они просто будут... Я сейчас звук погромче сделаю, чтобы, ну, там удары было слышно. Так, чисто, немножечко. Так, тихо, то... Блин, что-то я слишком низко. Сейчас забьют мне. Слишком низко опустился. Вот так надо.
У меня даже так тормозит. Ну, типа, вроде это... Игра старая. Ну-ка. Оп, нет. Пожалуйста, скажи приблизительное время начала следующего стрима. Ну, не знаю, там раз в 3 дня я провожу стримы. И то там, если будет настроение. Ну, вот сегодня что? Сегодня воскресенье. Значит, 18:34 на часах 28 февраля 2021 год. Вот. Значит, по воскресеньям, ну, вроде как стримы должны быть. Вот это. Ну, ты просто запоминай, когда, в какой день недели был. Я думаю, не ошибешься. Посмотри предыдущие стримы. Там даты. Допустим, число 25, там какое-нибудь, не знаю, 22. Ну, я не помню просто какие числа уже. О, привет. Шалпан Жунисова. Привет. Ты по колокольчику или по рекомендациям попадаешь на мой стрим сегодня, воскресный? Я у всех спрашиваю. У меня тоже FIFA 11 есть, но у меня джойстик сломался. Так, а что, джойстик, что ли, нужен? Я вон играю, ведь ты видишь, на клавиатуре. У меня джойстик есть, он стоит там долларов 5. Любой может себе позволить. Блин, тормозит FIFA. Ну, я не знаю, куда еще, типа, хуже. Я, тем более, кстати, играю плохо в футбольчик. Так что, ну, я уже говорил об этом на прошлом стриме. Типа там, я в жизни играю плохо в футбол и на компьютере. То есть, вот так вот. Я по рекомендациям. Не, меня зовут Жунюслы Танир Бершен. Танир Берген. А, ну, круто. И ты откуда? Из... Казахстана или из, я не знаю, как там, ну, то есть я в этом путаюсь. Как тебя занесло на стрим? Ну, я вроде на тут как это, ну, типа Россия страна, да, стоит, как бы хрен его знает, как это работает. Ты один живешь? Нет, я живу не один. Да мало кто живет один вообще, потому что, ну, ты рождаешься, и тебе, короче, постоянно у тебя какие-то не хватает. То на еду, то, блин, на одежду, то на жилье, то еще на что-то. У тебя постоянно какие-то, что-то не хватает, и ты в итоге, не знаю, поехал куда-то, а потом вернулся домой. Поработал, блин, устал, и понимаешь, что, типа, ну, не получится, короче, одному, ну, не вывезешь один просто. Поэтому люди заводят семьи, потому что, ну, там помощь какая-никакая будет. А то всю жизнь отдавать дяде, у которого снимаешь квартиру. Ну, то есть, такое так себе удовольствие. Из Казахстана. I'm sorry. Просто многие отказываются жить отдельно, там, от родителей и прочее. Потому что они смогут себе позволить плохие условия только. Ну, то есть они жили, не знаю, в трехкомнатной квартире, все было круто, а потом они начали снимать и снимают просто какую-то комнату с плохим ремонтом. А им хочется жить там, чтобы там туалет, ванна, обои, вид из окна и прочее. Они уже привыкли к, типа, к роскошной жизни. Конечно, они не хотят менять одни условия, которые и так средние, на более худшие. И лучше остаться. Ну, а иногда лучше не оставаться, потому что, ну, если, блин, работы, там, денег нет, ничего, то в минус, как бы, остаешься. Алло, Т9, это, Шалпан, жди, он долго говорит. Я же прочитал, что, типа, из Казахстана и прочее. Я Танербурген. Знаешь, ты пишешь в чате так, как вот в мемах. Типа, знаешь, там какой-то был мем,
И идет диалог, короче. И потом бац, этот какой-то парень пишет: я узбек. Зачем он это пишет, как бы, ну, это никто же не спрашивал, как бы. И это, ну и так, как бы, ну, кажется понятно, да, что скорее всего там Казахстан или что-то еще. А тут нужно как бы сказать это, или там как написано слово с ошибками. Ну, то есть это над этим угорают очень часто, я слышал. Так что живу отдельно от родителей уже кучу лет. Сам уже родитель трижды. Вот это да. Какая разница? Блин, я на самом деле, ну, у меня такая жизнь, типа, у меня типа не получится жить так, как вот, ну, другие живут. Поэтому я даже это, ну, такие темы, как бы, это особо и не могу говорить. Ну, типа, что я могу сказать дельного про там отношения, про семью, если как бы у меня особо с этим как бы ничего никогда и не было связано. Ну, чтобы там что-то дружно все там, короче, живем. Постоянно какие-то разные, ну, типа, несостыковки постоянно какие-то. У кого-то, типа, все получается прям, и они радуются жизни. А у меня постоянно, то там, блин, люди не те попадаются, не та работа попадается. Все что-то как-то не так. Продукты не те попадаются. Покупаешь, блин, думаешь, блин, ну вот, ну доверюсь, да? Куплю продукты это. Покупаешь, а это какие-то положили какие-то отходы туда. Я думаю, ну блин, вот так же и людям. Думаешь, там найти, значит, жену, там завести, ну, найти девушку, потом, типа, жениться, завести детей. И что потом это будет? Опять какие-то проблемы в школе. Там что-то, значит, конфликты какие-то. Сдавай там на уборку, на охрану, на ремонт, туда-сюда. Постоянно что-то не так пошло. Учебники, там что-то, ну, репетиторы. Все, вот я понимаю, блин, это очень много возни. Я еще сам себя не успел прокачать, а тут уже пора, типа, вот взрослый, давай там заводи. Поэтому я, типа, вообще, ну, не по этой теме. А у кого получается, кто справляется, тому респект. Значит, типа, он, ну, я бы не сказал, что там ему больше повезло, но у него просто, типа, все идет как бы своим чередом. У меня так не идет уже, ну, типа, я понимаю, никогда не пойдет. Уже 27. 27 лет, как бы, тут чё дальше ждать-то? Большая. Ага, Оленька сказала шалпан. Блин. Глеб, тебе нравится свой канал? Я не знаю, как можно оценивать свой канал. Ну, просто канал как канал. Типа, вот провожу трансляцию. Ничего особенного. Ну, то, что я не матерюсь, мне это нравится. Этот телефон, который смотрю твой стрим, это моей мамы телефон. Хорошо. Видишь, у твоей мамы есть телефон. Это хорошо. У меня есть знакомый. Он тоже не женился, ему 39. Не, понимаешь, жениться, может быть, это как бы и нормально. Просто есть такой стереотип, что не женатый, значит, никому не нужный. Или женатый, значит, ну, типа, наоборот, типа, тоже тупой. Раз он, типа, повелся в это влез. Вот. То есть с любой стороны ты всегда в минусе, блин. Не женатый, типа, значит, твой, ну, там, денег нет. Или там, короче, некрасивый, бедный. А женился, значит, как этот, как сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, типа, какой смысл в женитьбе? Только если девушка будет претендовать на половину твоего состояния. Ну, и типа,
пацаны такие думают, блин, нахрена он типа женился-то? Тем более, если это, ну, типа, какая-то девушка, ну, там, первопопавшаяся, то думаешь, зачем? Ты, типа, никого никогда нигде ничего не видел, ну, типа, не разбираешься и женился. Ну, что ты делаешь, типа того? Ну, то есть, в большинстве случаев отношения заканчиваются плохо. О, в штангу. А девушка знает о канале твоя, и он счастлив. Сообщение удалено. Типа, у меня уже как-то спрашивали, типа, а вот твои там друзья, знакомые, родители, как относятся к твоему каналу, как твоя девушка вот теперь относится к каналу. Дело в том, что родители и друзья не знают о существовании канала. Я никому об этом не говорю, я не хвалюсь, типа, вот я стример, я молодец. Типа, вот, подпишитесь на меня. Никто не знает. Я никому не навязываю ничего. Я... То есть, получается... Ну, типа, пусть сами находят. Почему я должен, типа, кому-то там, блин, говорить, вот, пожалуйста, я тебя прошу, в сторис скажи обо мне, чтобы на меня подписались. Я молодец. Не, я так не буду делать. Девушки у меня просто нет. Поэтому... Я и это не могу, точнее, поэтому как бы, ну то есть она, а если бы была, то она бы все равно как бы не знала бы, наверное. А если бы знала, ну и сказала бы, что-то там стримит, фигню какой-то страдает. Лучше бы пошел там делом занялся, короче. Играет в какие-то игры там, кто в танки играет, ну типа в таком духе, ну типа это... Как маленький себя ведет. Вот в таком духе. То есть я уже знаю ответы. Точнее, ну, знаю, что скажет человек обо мне, узнав, чем я занимаюсь. Правда, я занимаюсь этим очень, очень редко. То есть нельзя сказать, что я, типа, все свое время этому посвящаю. Ладно, пока, я на следующий стрим приду 100%. Хорошо. Как сможешь, приходи. Не обязательно прям на каждый приходить. Записи остаются. Будет время, посмотришь. Сейчас у мамы iPhone 12. Ну, круто, iPhone 12 это... Там камеры, да, хорошие, все такое. И быстро работает. Экран, типа, большой. Ну, технологии, как бы. Развитие. Так. Когда-то у меня не было девушки. Ну, я просто живу, получается, в провинции. И если мне заводить девушку, начинать вот эти отношения, то это значит быть привязанным к этому городу и прочее. Я собираюсь рано или поздно сваливать, не знаю куда. Буду, блин, тестировать разные города там. Может, если получится, даже страны. Мне бы хотелось. Вот. И я уверен на 100%, что если я предложу какой-нибудь девушке свалить со мной в другую страну, она откажется. Она скажет, что у меня здесь родители, у меня здесь подруги, у меня здесь работа, я никуда не поеду. Вот и все. Я поэтому как бы и не ищу. А если я пытался, да, что-то какие-то попытки были, то они плохо заканчивались. Вот. То есть, потому что я не подхожу на роль парня стандартного по умолчанию, который вот типа в моде. Я типа живу какой-то своей жизнью, у меня какие-то свои ценности, интересы. А тут-то надо любить рыбалку, любить футбол, дрифтить возле торгового центра. Понимаешь? А я этого не делаю, мне это не интересно. Потом что еще нужно делать? Нужно, блин, слушать определенный жанр музыки, например, там рэп, шансон какой-нибудь. Нужно работать на какой-то примитивной работе или на грязной работе, типа там завод, еще что-то. То есть я не подхожу, и они смотрят на это. Им же родители объяснили, что нормальные пацаны, это вот там работник завода или там бизнесмен, а какой-то блогер, артист или еще кто, это чепуха. Не смотри в его сторону. Это типа, да и вообще, семья у него бедная.
И сам он не очень. И типа образования нет. Не, ну хотя оно у меня есть, но я не считаю это за образованием. За образование, потому что нормальное образование, это где зарплата там 500 или 1000 долларов минимум. А когда образование получаешь, и потом у тебя тебе платят 200 долларов, тогда зачем ты его получал? Мог бы не получать. Я хочу бросить девушку, но я ее люблю. Но я хочу заняться собой. Страны перспективнее. Не, ну если у тебя есть девушка, и она как бы... Она тебе не мешает, не тормозит тебя, то можешь встречаться. Просто я понимаю, если я в это влезу, я и так, типа, у меня и так времени как бы на все не хватает. У меня там в планах такие планы, блин. Там столько книг прочитать, столько всего сделать. И я, типа, буду это время, типа, занимать другим человеком, который в этом вообще не заинтересован. У меня не бывает времени на девушку, и она обижается. Мне кажется, что родители скрывают тайну. Кто вообще слушает шансон? Не, ну, есть песни хорошие в жанре шансон, реально есть. Взрослые люди слушают. 30, 40, 50 лет, даже 60. Есть современные песни в этом жанре. Например, группа «Коррупция». Можешь ознакомиться. Это как бы не совсем шансон, но это какая-то смесь. Это смесь там и рэпа, и шансона, и джаза. Но это круто, это реально. Там такой вот музыка со вкусом. Вот. И... Ну, например, я не знаю, ты слышал, не слышал, там много просмотров, много миллионов на Ютубе. Песня называется «Красный бархат». Есть еще песня «ЖД», есть песня «Облака». И есть песня, что-то, как она там, забыл, «Институтка». Это типа, они так выразили респект поэтессе 20 века. Это кавер, получается. И еще песня, это «Цвета музыка», но это какой-то уже типа прикол, закос под французского музыканта. Как там его... Джар какой-то его, или не помню. То есть, ну так... Такой типа взрослая музыка, потому что музыка для детей она уже достала. Типа, блин, чавкают, вякают, пердят в микрофон. Надоели. Мне нравятся песни Виктора Цоя. Да, Цой тоже нормальная тема. У него такое определенное настроение. Как раз 20 век. Этот такой жанр есть, как он называется. Ну, типа какой-то такая депрессивная музыка. Музыка. Что в семье Квинтиллионов в тенге? Шалпан Жумисова. Я не понимаю, о чем идет речь вообще. Просто сообщения какие-то появляются, и там это трудно понять. Свой жанр как-то называется, сейчас скажу, блин, забыл, просто он тоже закосил под Америку, под группу The Smiths и прочее. Нет, не The Smiths, а как-то там были какие-то группы, как же они там называются, The Cure как-то так назывались, там прям похоже, гитарка. Вот это все. Блин, как же... Что мне гуглить, что ли? Если я сейчас скрою фифу, она не зависнет у меня. Я могу загуглить просто. Ну ладно, сейчас подумаю. Все, вспомнил. Это жанр называется постпанк. Вот, там какая-то смесь. Там типа рок, что-то, какой-то металл, там что-то все понамешано. И вот Цой, короче... очень сильно закосил. Но текст у него, ну, русский, как бы, нормальный, как стихи. И на эту вот музыку депрессивную. С учетом того, что в те годы в России такого звучания было трудно добиться. Они добились, ну, вот до сих пор слушают. Но я на самом деле пытался радио слушать перед сном такое. Оно мне так, ну, поднадоело. Ну, там американская музыка, современная, постпанк именно. И Цой там был. Блин, я устал просто. Я иногда чиллаут слушаю перед сном, эмбиент, джаз, там 20 века, начало 20 века.
Вот постпанк пробовал слушать. И, короче, все, не могу больше. Я слишком как-то, ну, реально, я и так, типа, депрессивный человек. Ок. Поверпан. Так. Постпанк. Ну да, постпанк называется. Сейчас уже, кстати, буду заканчивать. Может, минут через 5, может, раньше. Так что готовьтесь к тому, что стрим может оборваться. Просто я даже не успею закончить. Ну, попрощаться. Во время игры просто выключу. А может и нет. Ну, короче, вот 5 зрителей. Я не пойму, по одному зрителю это заходит, выходит. Это что, одни и те же люди или как? Я не понимаю. Что-то со связью, что ли? Ну, еще есть жанр New Wave. Тоже подобный постпанку. Еще был этот гранж, я помню. Ну, блин, мода пришла, там, один жанр, короче, в моде, потом другой, потом третий. И вот так вот, короче, все по кругу. Через, там, 5 лет будет опять что-то популярное, что было популярно в 20 веке. Всем поднадоест этот рэп. Там этот, блин... Вот такие вот быстрые биты, вот эти вот. Давай посмотрим фильм. Но не сегодня. Ты предлагай. Я, может, не смотрел фильм, я его реально посмотрю. А так я обычно, ну, на телеке смотрю. Но ноутбуке это нужно стримить и смотреть еще. 3 зрителя. Включая меня, наверное. То есть один я и 2 еще. И FIFA тормозит еще. Ах ты. Так что я слишком близко сижу к камере, может, что это как-то мешает немного, раздражает. Делаю, блин, контент на пустом месте, нахрен, на ровном месте. Ничего особенного, ну вроде как стрим идет. С тобой приятно общаться. Ну, спасибо. Так. Был бы комп, конечно, помощнее, можно было с эту последнюю фифу установить или там еще что-то, киберпанк, но, к сожалению, блин, могу только позволить себе вот это. Еще могу контру там какую-нибудь включить или игру эту для приставки старой. Я говорю, напоминаю, подписывайтесь на каналы запасные, потому что там будет стрим, а вы, допустим, уведомления не получите. И там еще есть подкасты, записи есть, нужно их тоже посмотреть, ну, в офлайн режиме, там, когда захотите. Сохраняйте себе в плейлист смотреть позже, и когда у вас появится время, посмотрите. Ну или просто запомните мое имя, там вот этот Глеб Зуев по-английски или по-русски. Пишите в поиске, печатайте. Всегда найдете свежие ролики. Проверяйте иногда без уведомлений, просто типа, сейчас так, может быть, стримит. Пишите имя, бац, стрим идет. Желаю тебе удачи с каналом. Спасибо.
Да я так ни на что не надеюсь. Мне и так устраивает, как бы, что все работает, как бы. А что там? Будут зрители. Я решу эту проблему, я говорю. Я стану читером. Ну и так, чуть-чуть. Не прям сильно. В самом начале. Ну, типа, пути, так скажем, можно воспользоваться читами, а потом уже они не нужны. И это я не про игру, я про канал. В играх, конечно, плохо. Когда ты, блин, бежишь, а у тебя стены прозрачные, и ты видишь, кто где находится. Это, конечно, плохо так делать. Ах, что я сделал? Кому я отдал пас? Блин. Ну, типа хакер. Да, хацкер. Взломщик. Программист. Как там, типа, шутки? Этот, мамкин программист. Мамкин инвестор. Мамкин повар. Мамкин бизнесмен. Ну, типа, как шутка такая, ну, типа, какие, ну, шансов никаких, ну, какой, какие инвестиции, блин. У тебя денег, блин, на пирожок, какие инвестиции? Типа, копишь на тачку, сорвался, купил сникерс. Все, накопления все, все потеряно. Такие вот дела. Не, на самом деле тут не нужны никакие хакерские навыки. Ты просто берешь, деньги вкладываешь в рекламу. Ну, в раскрутку. Заказать рекламу у блогеров, в пабликах. Запустить баннерную рекламу и накрутить. Вот тебе, типа, с четырех сторон трафик пойдет. И будет популярность. Там в тренды можно попасть. Но нормальные пацаны идут на завод и работают. Им не до этого, не до интернета. У них там, блин, дети, там семьи, ремонты, стройка, там какой-то дом, дача, вторая машина. Там бесконечно нужны деньги. Там нет конца и края. Типа, живот растет, потребление растет. Раньше пил 2 литра пива, сейчас 5. Просто, типа, думают, жизнь прекрасна, жизнь, типа, все получается в жизни. А это просто временно. Был какой-то годный год, а потом больше такого не повторилось. И ты, типа, довольствуешься малым. Я не хочу жениться. Но я тоже не вижу смысла в женитьбе. Какой, в чем понт вообще? От этого штампа в паспорте умнее, богаче не станешь, типа, счастливее. Это просто, типа, тем более, если ты живешь с девушкой, у вас там какая-то, ну, есть интимная связь, то нахрена вам жениться? Это если бы вы там, у вас не было бы, вы бы не занимались любовью, и вы хотите заняться любовью, и все никак не решитесь, то это еще ладно. Но если вы уже начали, то нахрена вам эти штампы? Вы уже начали, у вас все уже и так прет. Чего вы хотите этим добиться? Вас что, не знаю, вам что-то легче в жизни будет даваться? Допустим, вам какие-то льготы, блин, выпишут или что?
ничего не будет. Или там родителей порадовать. Мне кажется, родителям все равно. Родители вообще, может, не надеялись, что что-то будет. А тут, оказывается, и вроде и вон это встречаются, и еще и хотят и это, узаконить отношения. Некоторые даже, понимаешь, расписываются. И девушка не берет фамилию парня. Тогда вообще непонятно, нахрена это нужно было делать. Я говорю, просто какая-то может быть корысть. Только вот я больше не могу даже предположить, что еще может повлиять на такое, короче. Ну, что может подтолкнуть, так скажем, вообще не пойму. Женитьба. Тем более, знаешь, если посмотреть там на родителей, да, как они живут, там, на предков, на дедов, там, на бабушек, типа, а у них как это все было? Они, может быть, разводились, потом опять женились, что-то там, и так вот по кругу. И они хотят от тебя, требуют, чтобы, типа, у тебя было все хорошо, идеально, хотя они сами так не смогли сделать. Вы для начала сами, ну, покажите пример, что у вас все получилось. Никто там не развелся. А потом требуете от детей. А то типа давайте в дети вы делаете, работаете, зарабатываете миллионы, 300к одна на секунду. Там женитесь, кредиты берите, дома покупайте. А мы нет, мы типа не будем так делать. Типа, почему там я должен кого-то слушать, если, ну, какого-то человека, если он сам так не делает. Если у него проблемы с этим, там. Что-то про отношения вякает. У него, блин, проблемы в отношениях. С деньгами проблемы, с работой. Там, блин, последний кусок хлеба доедает, учит жизни. Туда устройся, туда пойди, там платят. Откуда ты знаешь? У тебя, блин, ни друзей, ни знакомых. Что ты меня учишь жизни? Что, типа, где-то там хорошо работать будет тебе, мне, мое местечко. Блин, если бы я знал, какое местечко, ну, типа, если оно было бы, я бы там уже оказался. Я что, блин, не умею искать, что ли? Я умею искать. Просто я уже проверил сам, без вас, что это место ни о чем. А вы мне его рекомендуете. Типа, мол, иди туда, я уже там был. Типа, делают из меня какого-то дурака, типа того, как будто я не соображаю. Не понимаю, что, где, как там. Типа, а где вот девушку искать? А где работу искать? А где что купить? Как будто я этого не знаю. Я, блин, прекрасно это все знаю. Если я это не делаю, значит, я не хочу. Нет, блин, мы тебе сейчас подскажем. Себе лучше подскажи. Покажи мне, не знаю, зафиксируй на видео и покажи мне, что вот ты где-то там был, что-то там делал, что-то там знаешь. Ты только на словах, блин, можешь. А на деле, короче, все в теории, практики никакой. Я не буду жениться, все, я ненавижу детей. Понимаешь? Можно все ненавидеть. Можно ненавидеть детей, людей, работу. Если у тебя с этим, ну, все плохо. Если будет работа хорошая, ты будешь любить работу. Будет нормальная жена, будешь, ну, нормальная девушка, будешь ее любить. Будут дети нормальными, не тупыми, не больными. Будешь их любить. А если у тебя все, вот, ну, через одно место, блин, все криво-косо, как я уже говорил, то тебе, конечно, нет смысла этим обзаводиться. Вот, ну то есть, я лучше подожду. Подожду, посмотрю, может быть, что-то, короче, улучшится ситуация. А нет, значит и нет. Просто люди что-то, какие-то поступки, блин, совершают, они сами не поймут, зачем. Ну типа, как в мемах. Мозг, типа, спишь ночью, ну, ложишься спать, и такой мозг такой, а помнишь, как ты, короче, опозорился 15 лет назад? Типа, зачем ты мне это, типа, напоминаешь, мозг? Ну, надо. Или возьми вилку и согни ее. Зачем? Ну, надо. На самом деле, это, типа, вот это, ну, надо, это ты сам решил. Просто ты позволил мозгу делать все подряд. Любые дурацкие идеи воплощать в жизнь.
Мне когда дурацкие идеи приходят, там сон приснился, и во сне я, допустим, что-то делал. Не знаю, там, например, бегал по крышам домов, типа занимался этим. Ну, короче, или там скалолазанием занимался. Типа, ну это опасно, я во сне это делаю. Я просыпаюсь и понимаю, что это не знак того, что мне это нужно делать. Это знак того, что это глупость какая-то, что я нахрен сорвусь. Или там снится, типа, знакомишься с девушкой. Это знак того, что, типа, не нужно тебе знакомиться с девушкой, наоборот. А некоторые идиоты, они вот это воспринимают всерьез. Типа, опа, мне приснилось там что-то, надо это повторить, надо это в жизни сделать, вот сегодня. Это подсказка мне. Какая подсказка? Это подсказка, что ты идиот. Вот к чему. То есть, ты думаешь, тебе Бог подсказывает? Ты не думаешь о том, что, может, тебе бес подсказывает? Дьявол там какой-нибудь. Вполне такое возможно. Мне там снится во сне, что я курю в тамбуре поезда. Разве это Бог подсказывает? Бог мне предлагает. Слушай, не хочешь там это? Выпить пивка, там, да, вот эту, сигарет покурить, да? Вот Бог мне будет это подсказывать. Бог, вот делать нечего. Он будет мне это, блин, советовать. Это, скорее всего, блин, от лукавого и прочее. И если кто-то ведется на это, на эти сны, значит, они сами, блин, черти. Я просто не знаю, как еще это назвать. Типа, сказать, если я скажу, что человек больной с рождения, инвалид, и он так себя ведет, то меня не поймут. Типа, вот ты что на инвалидов наезжаешь? А если я скажу, что, типа, бес вселился, и что, типа, человек грешник, то, мне кажется, мне больше поверят, чем я буду, блин, обзываться. Типа скажу, вот там, типа не повезло. И тоже вот не повезло, как так человек родился, типа, инвалидом. В смысле, ему не повезло. У Бога не было цели делать ни из кого инвалида. Просто родители его грешили. Они там, не знаю, пили, курили. И все это повлияло. То есть они своего ребенка сами наказали. Причем здесь Бог? Бог же их не наказал. Они же живы-здоровы. А вот их дитё, их ребеночек, оно вот такое вот. То есть, может быть, просто даже родители друг другу не подходят. Несовместимость какая-то. Нет, все равно заведем. Потом заводят и мучаются с ним. Сам ребенок мучается. И родители мучаются. И там пенсия вот эта, она небольшая, того не стоит. Лучше вообще, типа, без ребенка инвалида, чем с ним и вот, типа, якобы пособие. Какое пособие? Это вообще ты пойди заработай. Ты больше, блин, получишь, чем ты будешь, блин, возиться, блин, с ребенком, мучить его, он будет плакать постоянно, не давать тебе спать. Но зато у тебя есть вот эта пенсия, блин. Это такой вот, такая фигня вообще. Ох. Так, ну блин, три зрителя, как можно сказать, два. Еще был, помню, Артем Балашов и еще кто-то был. Что-то сегодня нет на стриме их. Или он заходил, я не помню, сейчас в чате гляну. Сейчас, секундочку. Значок был какой-то зеленый, что ли. Артем Волгарев был еще. Артем Балашов, Артем Волгарев. Ну, понимаешь, я боюсь в старости остаться один. А сколько лет твоему деду или твоей бабушке? Они, типа, дожили до старости? Ну, то есть, там, до 75, до 85 дожили они? Если, типа, нет, то вряд ли ты останешься один в старости. Так что не беспокойся, не волнуйся об этом. А чё обязательно оставаться с кем-то, ну, типа, тебе нужны женщины именно, чтобы, типа, они за тобой ухаживали или что? Просто если там тебе нужна какая-то поддержка, там, можешь кого-то знакомого попросить, или даже соседа. Типа, братан, можешь мне там
воды принести, а то у меня там какие-то проблемы, я не могу. И он тебе один раз поможет, как бы. Он не откажет. Ну, типа, просто по-человечески. Есть всякие волонтеры, они тоже, бывают, помогают. Есть специальные дома для этого. Наоборот, в доме, в каком-то, в доме престарелых, там еще в пансионате, ты, наоборот, не будешь один. Там есть другие старики. С ними можно побазарить. Может быть, даже в пансионате больше, блин, друзей пенсионер себе найдет, чем в реальной жизни. Так что... То бы ты с женой был в квартире или в доме, ну, вдвоем, и все, как бы было бы скучно. А там целый, блин, народ. Целая толпа людей, как бы. Так что, ну, я бы на самом деле не хотел быть, ну, типа, в толпе людей. Я бы, наоборот, лучше по один побыл. Мне не нужны вот эти там... Сам справлюсь. Главное себя не доводить до такого состояния, чтобы ты, блин, был как мертвец просто. Ну, типа, знаешь, там, бухать еще, чтобы тебя там ноги, руки отказали. Вот такого, чтобы не было. А там справишься сам. Скорее всего, я умру. Ну, блин, тебе сколько лет? Ты что об этом вообще задумался-то? Нам нужно еще пожить, посмотреть, как и что там. Может, лет в 40 хотя бы, или в 50 можно задуматься об этом. Сейчас ты что, ты паришься? Ты просто, наверное, на себя примеряешь образы других людей. Типа, вот они там, вот они старики, я тоже буду как они. Или новости прочитал, или посмотрел какие-то ролики. Мол, вот там какая-то бабулька, там ее бросили все. Ну, блин, это вообще, типа, мизерный процент. Да, есть такие, у которых там вот кто-то бросил, а есть такие, кого не бросили. Делай все для того, чтобы тебя не бросили. Делай хорошие дела. И тебя запомнят. Ну, типа, будут относиться хорошо. Не надо, типа, думать, что, типа, там, относиться к людям плохо. И это, типа, закалка такая. Припугнешь их, они будут тебя уважать. Не будут они тебя уважать. Относись к людям нормально. Чтобы они вспоминали о тебе... И видели перед глазами только хорошее. А не то, что вот, блин, был какой-то проблемный человек. И столько дерьма, столько плохих воспоминаний. Вот этого же такого не должно быть. Такого, блин, я говорю. Можно, если человек злопамятный, он потом может еще этому человеку, который, блин, какую-то там мелочь сделал, он потом может ему еще отомстить. Ну, не собственноручно, кого-то попросить или еще что-то сделать. Короче... Это зависит от поступка. Если поступок был вообще дебильный, такой нечеловеческий, просто какой-то чертовский, то, блин, все это... Все это, короче, припомнят. Штанга. Ну чё, вот никому, походу, не нравится футбол, никто в зрители не приходит. Чё надо-то кому? Кому вообще рекомендуют этот ролик? Этот эфир? Хоть бы подписчики какие-то пришли, даже не из рекомендаций. Было бы круто. Но сейчас еще тут минут 5-10. Не, хотя, может, я сказал, что их будут заканчивать, поэтому ушли все. Тут и было-то мало. А стримы всегда в этом канале будут? Ну да, будут. Если канал не заблокируют, то будут здесь. Если что-то случится, есть запасные. На них можешь на все подписаться. Глеб Зуев английскими буквами слитно есть канал. Есть английскими буквами раздельно. Есть... По-русски Зуев Глеб, наоборот. Есть вот этот Глеб Зуев Лайв. То есть на все подпишись, не ошибешься там, короче. В записи посмотри что-то, уже который, я говорю, наснимал за год много материала. Много чего я там сказал. Ну, где можно вообще понять, как я там думаю. Мое мнение услышать. По разным вопросам. Вот.
Так. А. Штанга. Ах ты. Вот кто-нибудь может сказать в чате, что, допустим, не так в картинке или в звуке, или во мне, там, не знаю, вот кресло, кто-то, помню, говорил, когда была трансляция, там, 8 часов якобы сплю, ну, типа, запись. Типа, что с креслом у него? Или что за халат? Или, ну, то есть есть какие-то в этом, какой-то отталкивает это или нет? Или вот эти ваганьки, которые там, гирлянды, она что, бесит, нет? Вы как скажите, ну, а как считаете? Нет, все нормально. Ну вот, видишь, если все нормально, значит, надо просто вложить деньги в раскрутку. И все. Наверное, вот в ближайшее время буду проводить стрим, ну, на этом канале. И немножечко денег потрачу. Совсем немного. Блин, долларов 5 максимум. Посмотрю. И знаешь, что самое, блин, обидное, что... Ну, типа, у меня количество денег ограничено. Если я так несколько раз потрачу, там, 5 долларов, еще раз 5, еще раз, то пройдет время, и они закончатся. И мне придется, ну, доставать их откуда-то, чтобы продолжать раскрутку. Потому что, ну, за один день ничего не раскрутится. И вот для этого и нужна, типа, там, работа какая-то. А я же понимаю, что на работе платят, там, блин, 150 долларов. На эти 150 долларов, блин, ну, сколько? Вот 5 долларов, да, к примеру. 10 раз 50, 30 раз 150, 30 раз, это если стрим каждый день запускать и по 5 долларов тратить на него. Все, и нет 150 долларов. Или один пост в сообществе. Или неделя таргетированной рекламы. Или заплатить блогеру за то, чтобы он сказал о тебе там пару слов в начале ролика. Тоже 150 баксов. Ну и что это? У меня просто нет такого бюджета. У меня нет спонсора. И своих личных денег у меня, ну, своих личных денег тоже нет. И у кого-то занимать я тоже не собираюсь. Так что, блин, все, кто на слуху, они, скорее всего, изначально были при деньгах. Либо родители, либо у них работа была какая-то. Ну, то есть в Москве, допустим, зарплата нормальная. И вот они пол зарплаты спокойно рекламу сливают и чувствуют себя прекрасно. Я, блин, если начну рекламироваться, я солью полностью свою зарплату. Или даже мне придется еще, блин, в долг. Точнее, занимать деньги придется у кого-то. То есть это вообще, это такие вложения, блин. Хотя я думал, ну, контент у меня вот есть, там песни какие-то на канале тоже официально выпущены. Я думал, ну, это хоть как-то может поможет, раскрутит меня. Нифига. Ноль шазамов. Ноль, блин, прослушиваний. Ну, там, может, 100. Никто не восхищается, никто ничего, как бы, не знает обо мне. Я говорю, это с учетом того, что я не матерюсь, не показываю ничего, там, какие-то кровь какую-то на стриме. Ну, типа, какую-то жесть. Не устраиваю трэш-стримы, ничего. Ну, как бы, толк никого. Я говорю, блин, стану читером, нахрен. Буду... YouTube просто использовать по максимуму. Раз он, блин, не хочет честно помогать людям, придется, блин, какие всякие махинации придумывать. Блин. А, ты получил хоть раз с канала деньги? Нет, нифига ничего не получил. Ну там, если ты зайдешь на канал, увидишь какие-то просмотры, то ничего это не монетизируется. Это просто типа... на счетчике просмотры. А никаких денег я с этого не получил. Потому что нет партнерской программы, донатов тоже нет, нет интеграции никаких, нет, ну, нет просмотров. А если есть, они через, типа, короткие видео не монетизируются, вертикальные. Это типа как ТикТоки. За них никто денег не платит. Ну, подписчики пришли, да, вот 7 тысяч. Но они на стримы не приходят, как бы тоже вообще ноль просто, ну, без толку все. Кто-то думает, ну вот у меня там плохие дела, потому что нет подписчиков. У меня вот они не накручены, они живые. И ничего толку никакого. Что живые, что накручены, одно и то же.
Вот я это все тестирую, чтобы потом, блин, в записи осталось. И тупые люди поняли, блин, наконец-таки, что они не правы. Что вот, блин, я все делаю. Никто не жалуется. Но денег это не приносит. Поэтому мне нужно свои деньги вкладывать. Вот, блин, в чем прикол. А если их и так нет, то зачем будут вкладывать? Те, кто вкладываешь, потом результата ноль. Зачем ты тратил время? Канал в итоге потом заброшу, допустим. И что тогда? Ну, я говорю, это просто как игра. YouTube это как игра. Типа, знаешь, как прокачиваешь уровень в онлайн-игре. У тебя там 50 уровень, или 80, или 100. Это как типа подписчики. У тебя там 100 тысяч подписчиков, 1 000 000 подписчиков. И вот вы соревнуетесь, у кого больше. И кто-то, говорю, донатит, покупает себе меч какой-то. Или же этот вкладывает деньги, у него танк какой-то там лучше, чем у других. Или какая-то, не знаю, что там еще бывает. Ну, тачка какая-нибудь там. Или типа этот питомец какой-то там, на медведе он катается, к примеру. У него там есть этот средство передвижения. Или у него там какие-то скиллы прокачать, ну, типа он прокачал себе, у него там какая-то магия. Короче, все используют это. Без этого просто ты будешь на дне на самом. Будешь 5 лет прокачиваться. И самое, короче, жалкое, точнее, самое смешное, что люди, которые, ну, вкладывают, донатят, они говорят, мы ничего не вкладываем. Мы сами все, типа, делаем. У нас вот подписчики, все живое. Мы ничего никогда не вкладывали, ни копейки. Просто вот с просмотра пошли. Типа, людям понравилось. Да людям никогда бы не понравилось твое дерьмо. Каким бы ты блогером не был, если ты не будешь раскручиваться, хоть у тебя там, блин, хоть ты там кино, блин, снял, документальный фильм, актеров там позвал, не будет у тебя просмотров. Без раскрутки, без рекламной кампании. У многих сейчас дела не очень. Ну, понимаешь, раньше YouTube сам продвигал, а сейчас... говорит людям прям, ну, как открыто, мол, ну, раскручивайтесь, вот у нас есть инструменты, платите нам деньги и так далее. А люди такие, не, мы так не будем делать, мы хотим бесплатно. Ну, жди тогда очереди год, пока твой этот ролик попадет в рекомендацию. Ну, вот, ну, жди, типа, если тебе так. А кто не хочет ждать, берет и вкладывает. И он понимает, что, блин, лучше я сразу вложу, раскручусь. И буду зарабатывать деньги, и заработаю сразу же в следующем месяце, чем я буду 5 лет ждать, и даже через 5 лет я не заработаю. То есть, потом уже как бы произойдет какое-нибудь, там, не знаю, эмоциональное выгорание, и все. То есть, там на рекламу много денег не надо. Надо просто грамотно один раз прорекламироваться. Вот, допустим, месяц там весенний, март, апрель, май там какой-нибудь выбираешь. И прямо по максимуму рекламируешься. Все. Потом лето, осень, зима. Будешь собирать плоды. Так, у меня телефон разряжается. 7%. Наверное, сейчас стрим буду заканчивать. Я не смогу читать чат. Уже как бы пора. Вот, так что приходите на другие стримы, посмотрите подкасты, не забывайте, короче, даже если без колокольчика, просто в поиске ищите, типа Глеб Зуев, подпишите там стрим, лайв, подкаст. Каждый день, если так искать, то точно, типа, не пропустите. А то, я говорю, эти уведомления нифига не приходят. Ну, это я обращаюсь к тем, кто уже смотрит, а кто... А новые, ну, новых там я, короче, буду рекламироваться. Они тогда уже потом посмотрят. Вот. Просто вот эти все стримы, подкасты, я все это делаю для того, чтобы, ну, как бы доказать, что дело в другом. Не в том, что, типа, контент плохой. Вот. Ну ладно, что. Надо завершать стрим. Сейчас я игру выключу. Так, браузер открою, посмотрю, что там. Ну, короче, дело в том, что... Ой.
кресло. Сейчас. Нужно, короче, не жалеть денег. Неважно что. Ну, блин, хочешь там какую-то вещь себе. Ты же тратишь на нее деньги. Она же из воздуха не появится. Ты сам же не сможешь сделать. Приходится, блин, из кармана доставать и вкладывать деньги. Во что бы то ни было. В девушку, блин. В машину. В одежду. Потому что сам ты не сошьешь, блин. В рекламу. Так что, как-то так. Ну да, спасибо за то, что посмотрели. Прямой эфир. Писали в чат. Чтобы я хоть мог что-то говорить, а так бы я просто молчал бы, наверное. Вот. Ну что, увидимся, короче. Конец месяца, вот, 28 февраля 2021 год, 19:29. Пожалуйста, делай стримы почаще. Да, буду делать, я говорю, вот как только начну рекламироваться, так буду почти каждый день. Да, пожалуйста, за стрим, спасибо за стрим. Ромео 2 написал. А в этом месяце все, не знаю, когда будет, в марте, как я соберусь, как я начну стримить. Но, блин, я говорю, если бы у меня была какая-то сумма, которую я мог потратить на рекламу, я бы, блин, мог бы стримить даже и день, и ночь. То есть так, ну, чтобы привлечь зрителей. А сейчас я такие короткие стримы провожу. Вот. Ну, все будет, я думаю. Я уже начал. Я говорю, вот уже второй год пошел. Я начал, короче, первый подкаст был 26 февраля, вроде бы, 2020 года. Сейчас я уточню. Сейчас скажу, какого числа. То есть я уже, получается, год ровно снимаю. Ну, год ровно, но просмотров, например, на первом подкасте вообще нет. Сейчас я скажу дату, назову. 26 февраля 2020 года был первый подкаст. Год прошел на том подкасте, точнее, второй подкаст, третий подкаст, сейчас скажу. Вот, третий подкаст, 22 апреля 2020 года, 54 просмотра, 10 месяцев назад. Ну, вы понимаете, насколько все плохо? Я продолжаю это все делать, я продолжаю эти съемки, блин. Сколько можно ждать, сколько можно надеяться на то, что YouTube тебя заметит, там еще что-то. Нет, все, как бы, надо брать и это... как всякие мошенники, там, взломщики свои вот эти инструменты берут, отмычки и что-то там, короче, делают как грязные дела. Так и вот с Ютубом. Ютуб не хочешь, блин, нормально, честно продвигать, ну, помогать, короче, замечать. Придется, блин, самому все делать. Я не хотел этого делать. Я год ждал. Все, теперь как бы надоело. Начну... Я уже знаю, какой сайт, который мне в этом поможет. Всякие сервисы, всякие там. То есть обращусь к ним. И у меня будут, короче, высокие рейтинги. Рано или поздно. Все, ладно. Спасибо за то, что пришли. Посмотрели стрим. Пообщались. Мы с вами сегодня в чате. Я немножко поиграл. Все, давайте, короче, увидимся. Счастливо.